which makes most of that in me. Ваше святейшество, я хотел, во-первых, поблагодарить вас за эту возможность посетить вас и рассказать вам о целях моей поездки в Грузию. Еще раз подтвердить нашу историческую дружбу двух народов, двух государств, обсудить сегодняшние проблемы и дела, но самое главное поговорить о будущем углублении, расширении наших братских и дружеских отношений между двумя народами и государствами, и поговорить о будущем, чтобы наши дети и внуки продолжали получать важнейшие плоды нашей дружбы и продолжали ту глубокую любовь и дружбу, которая была веками между нашими народами. Ваше святейшество, мы живем в непростые времена в мире, непростые времена в нашем регионе. Армения только недавно прошла через ад войны. Тысячи молодых жизней были погублены в этой войне, но наши молитвы, мои личные, мои семьи идут всем тем, которые потеряли своих родных. Но нужно смотреть вперед и сделать так, чтобы наши регионы постоянно предсказуемости не мерились.